Всем привет! Сегодня у нас с вами на обзоре GT Sign Napoleon. У некоторых продавцов я видела в ассортименте как глина Наполеон. Это одна и та же глина с двумя названиями. Кто-то подписывает GT Sign Napoleon, кто-то просто пишет Наполеон. От всех GT Sign эта глина резко отличается. Вот она крошится так, с такими разводами. Глина кирпичного цвета и вот с такими вот разводами. Белыми, желтыми, розовыми. Видите, она какая? Она вся структурированная. Такое ощущение, что состоит из множества маленьких пластинок. Вот здесь, оп, видите? Она крошится. Сейчас фокусируется. Как будто вот из пластиночек прессованная сделанная. Такая вот она красивая. Руками несложно ее отломить. Смотрите, какая красивая. С разводами. У меня был большой кусочек, я его расколола. И вот внутри такие вот разводы. Вот ее, когда в ручки берешь, сразу понимаешь, что глина жирная. Давайте пробовать. Это глина залипашка. Вот ее кусаешь, она сразу прилипает к зубам. Откусывается легко. Крошится при укусе на множество маленьких кусочков. Не хрустит. И при намокании сразу липнет. Глинка чистая. Как у всех красных глин присутствует печной вкус. Вкус красного кирпича. Вкус побелки. Вкус земли. Вот эта глина, мне вот нравятся такие глины, у которых многогранный вкус. Не моновкус, а вот который с разными нотками. Давайте от этого кусочка еще откусим. Полностью красненького. Крошится сразу. Угу. Яркий вкус красного кирпича у этой глины. Интересненько. Так, у красных кусочков, где нету таких белых прожилок, вкус земельно-кирпичный. Нету ни привкуса побелки,
чисто вкус красного кирпича и земли. А сейчас здесь мы попробуем укусить и сравнить. Угу. А где есть вот эти белые пробелы по разводам? Белые вкрапления. У них присутствует вкус побелки, влажный. Залипает она знатно. Прям очень липучая глина. Вкусная, чистая. Любителям печных вкусов, вкуса кирпича, эта глина однозначно понравится. Слоистая, мягкая, красивая. И очень липучая. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.